Чё творим, бро? Меня зовут Сергионис, и это потерянное видео Дружко Шоу. От кого угодно, но от Дружко я не ожидал точно. Это видео одно из тех, что нумеруется. 1, 2, 3, 4. И это видео 4, скобочка 1. Но почему-то этого видео никто не видел. Видео началось с помех. Глаза Дружко были черные, как пропасть. Заглянув в них, можно было увидеть бездну. А сам он был серого света. Он не похожий на себя. И это очень пугало. На экране монитора сзади была дьявольская звезда. В этом видео Дружко был под воздействием сущности. В видео он рассказал, что всем начинающим блогерам надо подписать контракт с дьяволом. Только так все и становятся популярными. Его голос был криповый, ужасный, как и самой преисподней. Как будто говорил не он, а сам дьявол. Сам дьявол в теле Дружко заставлял всех подписать с ним контракт. Появилась секундная заставка. Дружко говорит: «Я выбираю жить в кайф». После он начал рассказывать, как заключить контракт с дьяволом. Для начала вам нужно нарисовать звезду и прикрепить к своей спине. Так вы откроете врата ада в себе. Именно так сделал Дружко. После пойти на улицу и показывать всем свой зад. Дружко рассказал, что испытывал при подписи контракта. После его речь было не разобрать. Он что-то говорил. Порывшись в интернете, я узнал, что он говорит заклинание призыва дьявола. После он снял первую секунду после вызова. Дружко начало плющить. Он очень кричал от боли. Ему было очень больно. Его волосы сгорели. Именно поэтому он лысый. За этим было ужасно наблюдать. После выскочила надпись: «Если не поставишь лайк, то умрешь». А все это окружали инопланетяне. Похоже, это и заговор масонов. Выскочила секундная заставка. Дружко прыгал по экрану и говорил, что в описании есть заклинание, которое мы слышали ранее. После он рассказал, что в фильме «Звонок» девочка не вылезла из экрана. Это было вранье. Дружко впервые соврал. После сущность ушла. Дружко, как загипнотизированный, стоял полчаса, а само видео длилось час. Просто я скоротил, не вставляя очень долгие помехи. Видео получилось ужасным. После помех Дружко начал кричать очень высоким и писклявым голосом. Камеры не выдержали такого напряжения и лопнули. На этом видео резко оборвалось. При просмотре в студии Дружко схватила эпилепсию, и у него вернулся демон. Он уничтожил всю съемочную группу. Все компьютеры были уничтожены. Именно поэтому этот выпуск не вышел. А Дружко пропал на месяц и все еще не появлялся. На этом все. А с тобой бы Сергионис поставила к тебе, а то всего-то 2 секунды, а мне очень приятно. И подпишись на мой канал. Я бы очень хотел себе такого крутого подписчика, как ты. И также расскажи об этом видео своим друзьям. И помни, ты самый лучший, братан, я тебе отвечаю. И еще помни, что это всего лишь мое воображение. Дружко, вообще лучше я бы его в лысину поцеловал. Все, поцеловал. После вызова. Дружко. Дружко, да. Дружко.